Всем привет! Приехал на длинные выходные, пока один с сыном. Где-то неделю мы сейчас будем на Ярославской земле. Проезжающий мимо обратил внимание, что наш картофельник сборонили. Завтра с Виктором собираемся сюда поехать, но вечером, естественно, я не усидел. Ну как я мог усидеть от такой красоты? Сейчас покажу. Собирается он, сказал, говорит, собираются сажать озимый, но где-то через неделю. Так что едем на место. Кто смотрит, следит за каналом, где мы чешую собирали в том году. Где предположение есть, что есть ядро. А оно, я так думаю, что есть. Ну, кто не в теме, мы с, скажем так, с участка там 3 на 3, наверное, метра собрали 130 штук. То есть это точно не рассыпушка, это не кошелечек, не маленький, это, скорее всего, кладуха где-то там лежит. Только где, пока непонятно. Вот, сейчас я... Ну, разведка боем. Так посмотрим, что за пашня, какая пашня. Так, что здесь? Грязючка. Это так, это не грязючка. Вот, ладно, сейчас на место приеду. Вот, кстати, это холмина, где мы крест тогда нашли, серебряный лепесток, прям вот. Песчаная горка, так я ее называю. Долго думали, гадали. Ну, не только мы, а вот кто знает про эти места. С предположением, что здесь старая церковь стояла. Говорили, что здесь был гостевой дом монастырский. Монахи селили здесь. Путников, я так понимаю. Аня, тебе привет. Ну, кто знает, тот поймет. Вот. Сейчас посмотрим, попробуем. Сейчас включусь. Ха, прикол, они чуть-чуть не допахали. Проехал вот эту сейчас всю вспашку, что мы начинали. Это шуя вот здесь была. А тут стояли дома. Вон, видите, где трава? Там большой булыжник лежит. Ну, домовой камень. И там фундамента 2 или 3 прям. Ну, как бы их видно. Как интересно. Значит, буду дальше сейчас пахать. Ну, здесь сейчас пробежимся. Они же перед посадкой тоже его распахали в том году. Это каменный брод. Сейчас пробовать будем. Походил по стерне. Пока что высокая. Вот. Подождем, когда ее допашут. Лазю здесь по вспашке. Ну, она, да, ее только вспахали, она мягкая, ноги проваливаются. Первый монитос. Ну, как обычно, зеленый кружок. А, еще конины штуки 3 разных. Пуговицы. Монет пока нет больше. Ну, это так, разведочка, завтра с утра основная будет вылазка. Убрел в тенек. 14 градусов на улице. А на солнце-то в безветрии. Ха-ха-ха. Очень даже это. Лазю здесь вот в тени. Я так-то разворачиваюсь, здесь же дорога идет. Она и шла здесь 100-200 лет назад. Опять зеленый кружок. Но это уже советские, 24-го года, что двоякно. Ладно, сюда не за этим приезжаем. Бывает такое, что нужно чуть-чуть подождать. Опять поле может не сразу открыться. Вот. С учетом того, что и ходить достаточно сложно. Вот по свежей сегодня, по-моему, паханули или вчера. Она как пух, ноги прям жух по колено проваливаются. Так-то она ровная. Нарыхла. Ладно. Еще пока лазим. Сегодня вечер зеленых кружочков. Хрен знает, что это такое. Вообще непонятно. Забираем. Может, я перемещаюсь понемножку. Сейчас вон там ходил вдоль дороги. Сейчас сюда, на горку, вот на эту заехал, где я говорил. Возможно, церковь старая была. Наконец-то первая сегодня. Вот так, кусенькая. Ну, все. Зачем ехал, то нашел.
Смотрите, какая луна выскочила уже. Хожу на самом деле 2.5 часа. Так, разведочка. Так, новый день настал. 78. Да, вернулись на эти поля, ходим по стерне. Виктора. Познательно. Пока молчат наши чудесные места. Вижу. Вот. Начали здесь дальше пахать вот так вот. И поломались. Следующий сигнал. 24-й год убитый. Ладно, забираем. Идем на пашню. Следующий зеленый кружок. Забираем. О, наконец-то счастье вылетело. Первое. Серебрунька. Десюнька. Да, в какой-то то ли в краске, то ли в чем-то. Это отойдет. За ним сюда и шли, по сути-то. Отлично. Изумительно. Да, в прошлый раз, когда был картофельник, вот здесь мы с сыном шли, попадались имперские монеты, тоже серебро где-то здесь находили. Наверное, здесь действительно дорога пошла. Оттуда и к церкви. Ну, на всякую поцанную тоже. Да пойдет. Это очень даже хорошо. Следующий. Экспонат. Да, экспонат. Похоже на деньгу. А вот там на песке хороший сохран. А тут хреновый. Же. Ходили-ходили, я это называю выпросили. Очередная чешуйка. Вот петровские вошечки. Опять вот вчера здесь на горе подняли. Мини, да? Конина, копейка. Да не, похоже. Да, интрига, доставание из комочков. Копейка, Игорь, не видел. А чье? А, 24-й год. И мне повезло. Да, тебе повезло. Ура, наконец-то. 24-й даже видно. Может, 25-й? Видно, 24-й. И тебе сегодня повезло. Не 25-й. Не, 24-й. Потереть мозг как хлеб. Проявится 5-й из 4-го. Ой, ходим уже ржем. Сигналов практически нету. Ой, ну и ладно. Идем к машинам.